26 марта состоялось очередное заседание Совета депутатов Ленинского района. На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Среди них вопрос о внесении изменений в бюджете муниципалитета, об изменениях в структуре административного аппарата. Также на заседании был заслушан и отчет о деятельности Управления внутренних дел по Ленинскому району. Первым пунктом повестки дня 7-го заседания Совета депутатов был доклад начальника управления внутренних дел по Ленинскому району Владимира Антипова о деятельности службы. По итогам 2013 года на территории обслуживания управления зарегистрировано на 4% меньше зарегистрированных сообщений о преступлениях. Если в количестве, то составило 1979 преступлений. В аналогичном периоде прошлого года таких преступлений было 2063. Практически 50% раскрываемых преступлений совершаются мигрантами, отметил начальник управления. Он сказал также, что приоритетной задачей службы является раскрытие общеуголовной преступности, кражи, автоугоны, уличные грабежи и работа по пресечению распространения наркотиков. Депутат по 15-му округу Молокова поблагодарил управление за содействие и помощь в организации добровольной дружины в поселении. У нас сегодня два участковых милиционера, которые находятся в тесном контакте с жителями и с администрацией молоковского поселения. К нам закрепили одного оперативного работника. Стали достаточно часто проводить рейды совместно с нашей милицией. Депутаты обсудили плановые поправки в районном бюджете, которые обусловлены межбюджетными трансфертами из города Москвы, предоставляемые на развитие системы муниципальных учреждений, социальной инфраструктуры. Большой радостью для работников бюджетной сферы будет узнать, что с 1 января в бюджете 2014 года предусматриваются в полном объеме средства на муниципальные льготы и выплаты, действующие в районе в 2013 году. Начальник юридического отдела администрации Ленинского района Сергей Олейник вынес на рассмотрение кадровые изменения в структуре административного аппарата. В рамках мероприятий по оптимизации численности предлагается вывести из структуры администрации одну единицу заместителя главы администрации Ленинского муниципального района. Служебные обязанности по исключаемой должности будут перераспределены между другими заместителями главы администрации. Все 11 пунктов повестки дня заседания были рассмотрены. По всем были приняты соответствующие решения. Вел 7-е заседание Совета депутатов Ленинского района председатель Валерий Венцель. В работе заседания принял участие и глава Сергей Кошман. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.